Зачастую, при записи лекций без надлежащей предварительной подготовки, в предложениях между словами возникают паузы, которые мешают восприятию материала и которые должны быть почищены. Также, иногда бывает удобнее просто побыстрее прослушать какой-либо подкаст с целью его скорейшего усваивания. Казалось бы, что может быть общего между решениями этих задач? Но в данном видео мы ознакомимся с приемами, которые позволят нам найти единый путь решения подобных вопросов. Поместим на аудиодорожке тестовый звуковой файл и прослушаем его, что займет примерно 20 секунд времени. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно. Однако надо же одеться. Для быстрейшего прослушивания можно, например, увеличить скорость вдвое, воспользовавшись инструментом ускоренного воспроизведения. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно. Однако надо же одеться. И это сработает, если прослушивать надо небольшие участки текста, но совсем не годится для долговременной работы. Также увеличить скорость воспроизведения можно с помощью изменения параметров ключевых кадров на линии скорости. Пусть увеличение тоже будет в два раза, хотя диапазон настроек здесь гораздо более широкий. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно. Однако надо же одеться. Чтобы получить ускоренное воспроизведение без увеличения высоты голоса, применим к дорожкам аудиоэффект Pitch Shifter, переключатель высоты тона. Чтобы не загромождать видимость, на время скроем линию скорости. Настроим только что примененные эффекты с тем расчетом, чтобы понижение тона было обратно пропорциональным увеличению скорости, в нашем случае это 0,5. Прослушаем результат. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно. Однако надо же одеться. Как мы можем наблюдать, слушать такой текст стало намного приятнее, и таким образом нами был решен второй вопрос, который касался ускоренного прослушивания. Теперь нам необходимо удалить большие промежутки между словами, для чего мы оставляем все как есть, ведь нам нет нужды вслушиваться в текст, а если это и понадобится, все будет производиться в два раза быстрее, что опять же, благодатно скажется на скорости работы. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно, однако надо же одеться. После завершения всех правок, возвращаем скорости в исходные параметры. Но на данный момент разработки программы есть одно «но». Программа крашится, если сначала удалить ключевой кадр на линии прежде, чем таковые удалятся на аудиоэффектах. Поэтому необходимо учесть данный факт, либо выделить сразу весь проект и удалить все ключевые кадры одним приемом, предварительно сделав видимой линию скорости. Далее отключаем, либо удаляем эффекты Pitch Shifter и наслаждаемся решением начально поставленной задачи. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками, не испытываю никакого сопротивления. Не сплю ли я? Протираю глаза, все то же. Странно, однако надо же одеться.